Assalomu alaykum aziz o'quvchi. Bugun biz siz bilan rus tilida imena prilagatelniy, ya'ni o'zbek tilida sifatlarni o'tamiz. O'zbek tilida bizga ma'lumki, sifatlar qanday va qanaqa sifatini ko'rsatib beradigan so'zlar turkumidir. Qanday va qanaqa savolga javob beradi? Bor yo'q ikkitagina savol. Qanday va qanaqa? Rus tilida esa xuddi shu qanday qanaqa to'rt xil vaziyatda kelishi kerak. Masalan, именительный падеж, какой, какая, какое, какие. Мужской родке, женский род so'zlarga, средний род so'zlarga va ko'plikdagi shakli. Masalan, какой дом? Окончаниесы ой. Какой дом? Какой может быть дом? Дом высокий, баланд. Дом светлый, ярох. Дом большой, дом кетта. Какая? Окончание са. Ая, ва-я-я. Какая майка? Красная майка. Какая майка? Синяя майка. Среднего рода слова. Средний род, окончание со прилагательным уебран тугельланада, вагиебран тугельланада. Вечернее платье. Платье у нас среднего рода. Вечернее платье. Какое платье? Вечернее платье. Какое пальто? Синее пальто. Я на средний род. Мягкое полотенце. Мягкое, юмшок, сочек. Полотенце среднего рода. Ушанге уе болотте. Какие? Уе. Копликтаге. Кошамчаса. Светлые. Большие. Черные. Носки. Тесоборода. Копликтаге шакли. Демак, какой мужской род существительный леген насватан берлиден савал? Большой мальчик кетта боле. Какой мальчик? Большой мальчик. Какой мальчик? Красивый мальчик. Сватамас, какой красивый, какой мальчик, строгий мальчик, строгий, откодрия манаса декель, надо бы задать, какой мальчик, строгий мальчик, или строгий учитель, или строгий отец, хамаса мужской род табалатта, ва, женский род табазада, худышный ксаволада, факат, мальчик курные, взаду женский род, то девочка, ава яблен, тугеллана не существительный на женский род. Значит, большая девочка, вот, большая девочка, средняя ученица. А я, ва, я. Я замазала. Милая девочка. Это Барби Рамс. Так. Платье. Койляк. Полотенце. Озеро. Среднего рода созлара. Синее озеро, да всякий болады. Что озеро? Озеро какое? Озеро Коль. Озеро синее. Облан тугерлангенеге, средний род. Облан тугерлангенеге, женский род.
undosh harflar bilan tugallanganiga mujskoy rod. Keyingisi Синее озеро. Так. Куйлять десек платье. Длинное платье или длинное пальто. Узон. Пальто среднего рода. Шин учен. Взаде. Кошенчамас. Кандай лигнай тот кельмазаде. Ое кошенчас бланту кельмазаде. Yani ko'plikdagi varianti. Demak, ko'plikdagi so'zlarimiz bizda женский va мужской rodlarda i bilan tugallanadigan so'zlar множественное число hisoblanadi. Kim va nima so'rog'iga javob berib va har xil vaziyatda kim va nima so'rog'iga javob berib a va ya bilan tugallanadigan so'zlarimiz ko'plikka kiradi. Masalan, так, какие девочки? Шустрые девочки. Шустрые. Дети до всякого лада, да? Болалар. Шустрые дети. Какие дети? Кто? Дети. Множественное число. Куплик такие вот того созданы. И, взяли, куплик очень часто. Какие оз-озадан бзада сфатамызны кошымчас хам куплекте болатта. Какие дети? Тихие дети. Момын балалар дегені, да? Момын тинч балалар деген манады келеді. Какие дети? Тихие дети. Masalan, ko'plikda keladigan часы so'zini olsak, часы ko'plikda keladi. Har doim soat deganida. Часы какие? Окончаниесі нима бўлади? Золотые часы. Какие платья? Вечерние платья. Қандай көйлеклар? Платье бірлікте, платья средний род, я білан өткен. Платье, бірліктегі варианты, в единственном числе платье, во множественном числе платья. Күйлекілер. Мұна олдыңге темалады өтілген болыш керек, имена существительны тема секіріп, яны бір қайтарыш қадейлі, ва сфат түркімге кіруучі рус тіліді сфатны турланышыны, қай халатты, қандай сифат болышыны, яны бір, біз білен, орғаның.